Встречаем Татьяна Кремис. Не понаслышке девушка знает, что такое горячие бурные аплодисменты. Татьяна два раза становилась чемпионкой Белоруссии по караоке. Но поможет ли этот опыт в академии? Ну, ты же понимаешь, что здесь совсем другое. Здесь эстрада, здесь вообще не караоке. Любое выступление – это опыт, это практика, это умение. И также, кроме того, что ты чему-то учишься, ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Вижу себя в лирическом образе. Я люблю лирические баллады. Я люблю петь в стиле соул, в стиле джаз и в основном преимущественно на иностранных языках. Считаешь себя красивой? Я считаю, что некрасивых женщин не бывает. В каждой женщине есть своя изюминка. Твоя изюминка в чем? Я думаю, что это в моих длинных волосах. А еще в моих глазах. Потому что у меня есть даже титул «Самые красивые глаза Торонто». На Академию талантов я пришла по просьбе своих друзей, которые меня очень верят, поддерживают и считают, что я достойна того, чтобы быть на сцене. Добрый вечер, меня зовут Татьяна Кремис, город Минск. Это была Кремис Татьяна. Ну, от себя я хочу сказать большое спасибо. Знаешь, эта песня просто проникла в каждую клеточку моего тела, и я ее ощущала, и мне было очень приятно слушать ее. Спасибо большое, для меня это очень важно было. Спасибо тебе. Сейчас очень ответственный момент. Продюсеры должны принять финальное решение. Ставите на то, что все трое. Да. Двое как просто минимум. Друг на друга. Ну что они делают? И они все будут за него бороться. Посмотрим. Нет, они смотрят. Друг на друга. Да!
Что я вам говорю? Вот это ты молодец. Ты понимаешь, что это значит? Все три продюсера проголосовали за тебя. Что ты сейчас испытываешь? На самом деле, вот теперь я начала действительно волноваться, потому что понимаю, что будет сложно выбрать. Яна, вы прямо растерялись. Ну, я понимаю, почему. Действительно, я представляю, что чувствуют мужчины, если я растерялась. Вот прямо увидев вас и услышав первые ваши нотки, могу сказать, что у меня есть прекрасный музыкальный материал для вас. И я вот прям вижу ту звездную дорожку, по которой мы с вами идем. Она будет усыпана розами. И знаете, когда я вас увидела, у меня побежали мурашки и ручки. Вот тут ладошки зачесались. Особенно левая. А это денежка. Это аллергия на розы, которыми усыпана. Не перебивайте даму. Все, я сказала. Спасибо большое. Песни у меня нет для вас. Она пишется прямо сейчас в голове. И напишется, если нужно. И я, например, поступлю по-другому. Я ничего вам не буду говорить. Я буду рад любому вашему решению. Спасибо. Спасибо. Ну, сейчас очень важный для тебя момент на этом шоу, который определяет очень многое в твоем будущем. Все три продюсера хотят с тобой работать. И у всех есть, что тебе предложить. Осталось только выбрать свою дорожку к успеху. Очень сложно. Ну да, это очень большой проект, и выбор не может быть простым. Это Леонид. Леонид Ширин получает Катюху, такую красавицу. Поздравляю вас. Спасибо. Рад вашему решению, и мы постараемся найти за время сотрудничества путь на большую сцену. Спасибо. Я постараюсь оправдать ваши надежды. Спасибо. Спасибо большое. Я рад приветствовать вас в своей команде. Спасибо. Молодец. Молодец. Просто. Молодец. Ты просто единственная.